Друзья, всем привет! Ливадийские пляжи, парк, море. Смотрите, красота какая в начале сентября 2023-го. Очень красиво. Друзья, всем привет! С добрым ранним утром иду на море. Сейчас посмотрю, что там. Красоту утреннюю, да, вам покажу тоже. Так что перед просмотром поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И всем приятного просмотра. Природа, смотрите, какая в Ливадийском парке. Красивая с утра. Сентябрь месяц 2023 года. Да, Крым, конечно, восхищает своей красотой. Солнышко, смотрите, там светит. Так что сегодня прогуляемся до моря с вами. Там у нас Ливадийский дворец, метров 100-200 пройти, если есть Ливадийский, есть Воронцовский, есть в Массандре дворец, который могли смотреть в моих видео. Солнышко так красиво над морем, я уже смотрю. Виднеется. Здесь такая большая лестница вниз. Море. Красота. Солнышко поднимается над морем. Смотрите, как красиво. Сейчас мы ближе к морю подойдем. Будет еще лучше видно, что утренняя красота. Ливадийский парк.
Так вот постоянно, друзья, вниз надо идти по дороге к морю. И перед вами будет открываться очень красивая природа Ливадийского парка. Море уже. Ялту видно. Аюдак, Медведь-Гуру. Здесь красиво. Кошка, привет. Кошка, идемте дальше, друзья. Кошки рыбу уже хотят с утра позавтракать. Убегают. Кажется, если бы нам рыбу нес, было бы еще лучше. Что вот так вот? Солнце над морем. Красота. Он тоже коты нас встречает. Привет! Кс-кс-кс. Мяу! Мяу! Кс-кс-кс. Кушай, кушай. Кормом.
Кошки, привет! Сколько их много сегодня? Сейчас. 5 метров пройдешь, и они 5 метров. И встречают нас. Это хорошо. А? Значит, рыба сегодня будет на море. Рыбаков уже много, я смотрю. Самое утро. Уже есть он. Стоят. Есть еще такая дорога вниз, так что решил пройтись, еще вам показать видео. Птички поют, хорошо. Вот такая вот сегодня у нас утренняя красота в Леваде и Ялта. Летом даже люди, я смотрю, на лодках выходят в море. Сколько маленьких рыбок, смотрите, плавает.
Как же у нас, друзья, красиво. Море, сентябрь. Ялта. О, друзья, такой первый красавчик. Сарганчик, друзья. Крым, Ялта. Море. Красота. Мелкие вон рыбки, видите, плавает это фурина. Сейчас и очень много ее было здесь в море. Друзья, смотрите, какая морская вода сейчас чистая, прозрачная. Рыбки медузу едят. Подплыли сейчас к ней, смотри. А, прям окунь вон плавает, я вижу его. Видите? Медузу ест. Кормится дичками. Видите, плавают рыбки. Народ уже на пляж поприходил. Ну что, вот так вот. Мы с вами дышим морем, смотрим на море. Смотрите, какое прозрачное, классное. Ну что, вот так вот. Купальщики на пляже купаются. Сентябрь месяц 2023-го, Крым. Лодки вон в море с рыбаками есть впереди там. Видно вам. Пляжи Ливадии, друзья. Купаются в море. На пляже дельфин, видите, как сделали, тоже скамеечки такие, зонты новые, питка, пляж дельфин Ялта.
Друзья, вот уже и люди купаются, пришли. Ну что, рыбалкой сегодня на море я доволен, отдохнул, покупался. Так что нормально. Порыбачили вместе с вами, словили сарганов. Спасибо, что вы есть, что вы смотрите, подписывайтесь. Кто захочет поддержать канал, буду рад вашей поддержке. Всем огромная благодарность. И до новых встреч в новых видео. Ялта, Крым.